Вот сначала посмотрите, вот видите, 18 исправлено 08 04, то тройка даже видно, видите? Исправлено. 17 марта наверху. Вон листочки. Телефон даже записан. Ваш телефон? Мой, это мой. Почерк такой. А это кто направление давал? А вот в этой, как у него, как фамилия тут, ну, как фамилия? Новый, который, Циренов, который, что ли? Не, Циренов, какой Циренов-то? Ачиров. Ачиров главный врач он пришел. А этот как? Базаров, что-то там написано. Да. Базаев. Не понимаю, что значит. Ну, где-то есть тут фамилия его. Я сейчас найду. И вот я ему показываю. Вот 18-го была пятница. И 8-го тоже на пятницу. Это для неудобства. И так, и 2-го я ездил, тоже пятница. 2 июня. Но я сделал КТ и к сестре съездил в Джиду. Потому что 2 дня. Возможно, в общем-то, и у них на самом деле Баргузинский район по пятницам, но он не борется за своих. Нет, я спрашивал тут. Нет, без разницы, да. Ну, значит, выдумал на ходу. Вот так. Это вот завтрашнее направление, завтра к этому. Как врач-то? Нет. Пульмонологу. Вот, пульмонологу. Вот даты нигде нету выдачи. Бугаева, какая-то Базаева. Дата выдачи, пропуск везде, во всех направлениях нету, когда выдают направление. Отсутствует. Отсутствует. Это вот ваш снимок. Вот. Когда я был у Магырова, он мне говорит, Кондакова не сделала второй снимок, потому что 2 снимка сразу нельзя делать. Вот сделаны 2 снимка. Вот, 2 снимка. В один день. Вам сделали 2 снимка в один день, да, а он говорит, что нельзя, да? А он говорит, нельзя. Вот это заключение написано. Где? Подпись должна быть тут. Это я спустя месяц это описание. Он еще врач-рентголог Ачиров. Ачиров. Но он главным врачом назначен. Так, где ты? Вот я очков-то я не взял. Я сейчас плохо вижу. Бадашкеев, врач написал. Бадашкеев. Он тоже из города приехал. Наоборот, хороших врачей всегда забирали из района. Правильно? А эти, как они из города попали? За миллионами приехали или как? Я ничего понять не могу. Ну, что здесь их они подвинули, или никому они уже бестолковые, некомпетентные. И отправляют к вам туда, в Баргузин. Да. Они как эти, как палачи, чтобы убирать, наверное. Деньги получают. Где он пишет? Тоже Бадашкеев тут. Бадашкеев? Ну, да, вот я к нему хожу. Пройти курс ингаляции по назначению написано. Да. Амикспилин, Кулуанова и там. Он мне говорит, написал там, что я не выполнил ее распоряжение. А говорит, надо... Одну ингаляцию сделал, тут же промыл ингалятор, и вторую ингаляцию надо делать. Ясно, опять подошки. Ну, так, вот он здесь, по-моему, выписывает мне. А это... Ну, вижу, вот. Там пульмит какой-то сынок. Ну, дох по потребности всего мы. Вот сделано тоже даты
так дата снимка 24 февраля. 24-го, а получила я Получили вы 4 4-го только. марта. Да. Вот сколько они делали. Вот. За это время можно умереть 5 раз. Ну, в общем, вот такая ерунда. Да ладно. Ну, это не ерунда. Бумаг много.